Творец мелодий. В Национальной библиотеке Чувашии состоялась презентация книги «Композитор Александр Васильев», посвященная 70-летию музыканта. Задумчивая, шутливая, серьезная. В репертуаре камерного оркестра Чувашской филармонии эта композиция занимает особое место. Такмак деревни Большое Буяново. Музыкальная миниатюра, которая лучше всего воплощает в себе чувашскую национальную идею. Георгиевич Васильев из плеяды выдающихся композиторов Чувашии. Еще будучи студентом Гнесинки, он сочинил множество музыкальных произведений, среди которых опера «Иван Яковлев». «Поклон великим душам», опера-молитва. Так описал эту оперу сам автор. Он великий композитор, поскольку смог открыть какие-то новые пути в искусстве, новые приемы в изображении национального, вот воплощение его. Он хотел найти духовную опору в жизни, в творчестве искал этого. И вот в разные периоды жизни это было обращение и к разным религиям, и к разным поэтам. Ну, вот этим, наверное, он привлекает. Любовь Бушуева изучает творчество композитора уже 30 лет, а книга – своеобразный итог. В ней анализируется художественное наследие музыканта. И опубликованные статьи, ранее изданные материалы, отзывы коллег и выступления самого Александра Георгиевича – все это собиралось в течение одного года. Александр Васильев – это целая эпоха в чувашской культуре. И окунуться в нее можно, открыв эту книгу. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.